Всем привет! Сегодня кратенькое видео, как я поэтапно создавала цветочный декор на металлических колоннах, конструкциях. Из металлической сетки, купленной в строительном магазине, я сформировала такой валик и закрепила к металлическому каркасу именно в тех местах, где это мне нужно было необходимо. Далее постепенное наполнение зеленью и цветами. Цветы искусственные с добавлением натуральной свежей зелени, листья магнолии. Я просто стебли вставляю в эту сетку, продеваю несколько раз, чтобы лучше оно держалось, так как нам необходимо было потом ее передвигать и легко было делать демонтаж. Постепенно добавляю пятнами цветы, зеленые листья. Благодаря сетке получается воздушность и такая легкость. Наша задача была, чтобы растения были расположены внутри колонны. Как работать с живыми цветами, это уже совсем немного другая техника, более сложности, необходимо будет оазис, но это я покажу вам в другом видео. В композиции декоративные цветы, сакура, розы, пионы. Вот вы видите листья магнолии, поближе я показала. Работать удобнее или с лестницей, высота этих конструкций более 2 метров. Количество стеблей, цветов и растений я не могу вам сказать, могу лишь сказать, что у меня ушла целая коробка. Но благодаря легкости и воздушности цветка требуется меньше, а объемно очень получается. Пишите свои комментарии, вопросы задавайте. Вот показываю немного с задней стороны, как у меня будет выглядеть эта конструкция. В принципе, она будет не просматриваемая сзади, и технические места можно не закрывать. Также я использовала вот такие как хомуты пластиковые. Здесь на видео мы уже передвинули конструкции. На заднем плане у нас глянцевая стена, которую мы тоже установили, и добавили прожектора подсветки и такие нити. Жемчуг, стеклярусы. Получилось достаточно эффектно, объемно. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии.